Две улицы в Иванове могут получить новые названия. На заседании комитета городской думы обсудили вопрос переименования участка Шубиных возле пожарной академии в улицу Огнеборцев. Также поговорили о возможности дать имя участку западного обхода. Дорогу Авдотьи Наменеева предлагают назвать именем старшего лейтенанта Житкова. С подобной инициативой выступили управление ФСБ России по Ивановской области, а также Совет ветеранов. Сообща, мы отправили заявку в Ивановскую городскую думу. Изначально в заявке было обозначено три фамилии. Это три героя Советского Союза. Петр Анфимович Житков, герой Советского Союза Рыжиков и герой Советского Союза Лопатин. Никаких сложностей наименование улицы за собой не повлечет. Домов вдоль этой дороги нет. Увековечить память великого человека, участника войны, Совет ветеранов УФСБ считает очень важным, особенно в преддверии столетнего юбилея органов безопасности России. Он явился первым военным контрразведчиком, именно фронтовым контрразведчиком, удостоенным звания Героя Советского Союза. И думаю, что это будет важно для того, чтобы молодое поколение, которое растет, знало, что герои Советского Союза были в любых родах войск, в любых, как говорится, должностях, званиях. В тот период он был старшим лейтенантом, и мы предлагаем назвать улицу именно улица имени старшего лейтенанта Житкова. Решение в обоих случаях принято положительное, единогласно. Теперь вопрос вынесут на пленарное заседание городской думы и уже там окончательно решат, быть ли в Иванове этим улицам. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.